Вот, наконец-таки, и настало время нам с вами вместе насладиться обалденной рекламой автоконцерна BMW, или как по-правильному будет назвать, BMW. На протяжении всего этого ролика я вам буду местами рассказывать предысторию, чтобы вы смогли в полной мере понять и насладиться этой рекламой. И мне кажется, единственное слово, которое у вас будет появляться на протяжении всего просмотра этого ролика, это слово «скорость». И, возможно, второе слово, которое также будет появляться, это слово «дизайн», потому что, ну извините меня, BMW — это крутой дизайн. И третье слово, ну, скорее всего, это «дерзость». Кстати, с дерзости мы давайте и начнем. Respect isn't commanded. It's earned. Следующая реклама будет у нас реклама бронированного X5. И как нам утверждают производители, что можно из калибра 7,62 по нему стрелять. То есть, простыми словами, можно из калаша по нему шмалять. И ему хоть бы хрен, ничего не будет. What does it take to escape a bullet? Maybe the thrust of 1 million horsepower combined with the precision of a laser. Or the light-footedness of a hunting predator. But why race a race at all? When you already have all it takes to win. The power from within. Visible agility, invisible armor. That's all it takes. The BMW X5 Protection VR6. Power from within. А в следующей рекламе BMW для нас придумал даже своего супергероя, которого зовут Макландон. И показывает нам, как герой ежедневно справляется и проезжает всевозможные препятствия на своем пути. Но самое интересное нас ждет в самом конце. И вот в самом конце вы поймете, на какую целевую аудиторию был настроен
данный рекламный ролик. Ну а я только могу передать привет всем милым дамам. Have you heard the legend of Old McClendon, who battled the bulls of the bank single-handed? Then evaded the waves that Poseidon had summoned, and wrangled the gangs of the docks by the dozen. McClendon beat Roy the Destroyer with ease, and brought all the Razorback rogues to their knees. McClendon braved roadways where most men won't wander, to rescue the runaways from the headmaster's monster. I sure would have loved to see her that fine hour, and perhaps catch a glimpse of the source of her power. Make every day legendary. The future of driving. Nothing to be afraid of. Because we're working on safer cars for a safer tomorrow. With large-scale data-driven development. At the BMW Autonomous Driving Campus. Ну и BMW тоже не исключение, и обожают патрулить своих конкурентов, поэтому в следующем рекламном ролике мы с вами можем посмотреть, как они легко и непринужденно стебанут Mercedes. Про что здесь имеется в виду? Дитер Цетша был одно время главой Даймлера, то есть относился к Мерседесу. И здесь мы из роликов с вами увидим, как Дитер Цетша приезжает домой, выходит из Мерседеса, садится в BMW и уезжает, и появляется фраза «наконец-то свобода». А вот следующую рекламу, мне кажется, видели просто все. Мне кажется, одно время она бомбила просто, мне кажется, из каждого двора. Просто и по телеку, и на ютубе, и по радио, и везде, где только можно. И настолько эта реклама, сука, стильная, что прям, мне кажется, я сам бес снимал. Ну просто умеют же.
Неприлично новый BMW X2. Как он смеет? What? Legendary performance for less than you think. Certified pre-owned by BMW. Something that's not takes over me.